Всем привет, дорогие друзья, с вами я Топик Фарл, и сегодня мы будем играть в битву замков. Ребят, я бы хотел вас спросить, кому ставить мне талант бога войны 5 из 8? Я не знаю, ребят, я не знаю, я его вчера случайно выбил просто. Смотри, какие у меня таланты. Таланты стоят. У друида стоит талант 2 из 8 берг. У тыквы 4 из 8. Арес 5 из 5 ремка. Ресар тьмы 4 из 8 тяжелый удар. Бульдозер 5 из 8 бастион. Королева гарпии 3 из 8 оживлений. Я, ну, уже бог гром я не пользуюсь и так далее. Я не знаю, кому ставить бог войны вообще, ребят. Напишите, пожалуйста, в комментарии, может поставить ресар тьмы. Я хотя им вообще почти не пользуюсь, либо королева гарпии. Ну, я думаю, что все-таки лучше ей поставить, чем рыцарю тьмы. Я не знаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, ребята. Я вас очень прошу. Мне потребуется ваша помощь, можно так сказать. Жду ваших комментариев. Пишите, не стесняйтесь. Всем удачи и всем пока. До встречи.